Меня зовут Рик Реннер, сегодня 16 июня, и сегодня мы продолжаем говорить о служении обличения Святого Духа. Вчера мы начали говорить на эту тему, и сегодня мы продолжим рассматривать эту же самую тему. Служение обличения Святого Духа упоминается в Евангелии от Иоанна 16, 6 и 8, где Иисус говорит, «Когда Святой Дух придет, Он обличит нас о правде». Слово «обличит» — тоже греческое слово, которое означает «убеждать» или «уверять», но на этот раз в праведности. Когда я был маленьким мальчиком, я не понимал, что являюсь праведностью Божией во Христе. И более того, хотя я уже был спасен, я вновь и вновь продолжал пытаться получить спасение. Я просто не чувствовал себя достойным называться чадом Божьим. Но потом Дух Святой убедил меня, обличил и убедил, показал, что я спасен. Дух Святой показал и убедил, что я являюсь праведностью Божией во Христе. Быть убежденным или уверенным в праведности так же сверхъестественно, как для грешника быть обличенным в грехе. Так же, как грешник не может увидеть грех без служения обличения Святого Духа, вы, возможно, никогда по-настоящему не осознаете, что являетесь праведностью Божией во Христе, пока Дух Святой не убедит вас в этом. Поэтому попросите Святого Духа сегодня, чтобы Он начал показывать вам, кем вы являетесь во Христе. Я хочу, чтобы вы подумали об этом. Наше видение – донести Евангелие до ближайшего окружения и даже до краев земли. Наша цель – сделать так, чтобы Божье Слово звучало из каждого устройства в любой точке мира. Сегодня служение «Благая Весть онлайн» ежемесячно достигает около 180 тысяч человек. Мы верим, что через 2 года аудитория служения возрастет и будет достигать более 500 тысяч человек благодаря новому формату учения на разные библейские темы, росту онлайн-аудитории, ежедневному вещанию на спутниковом канале, в кабельных сетях и на региональных телеканалах. Приглашаем вас стать частью этого грандиозного расширения и вместе нести Божье Слово до краев земли. Примите решение посвятить свои финансы на Божье дело. Мы верим, что когда вы участвуете в распространении Божьего Царства, Бог обильно благословляет вас и расширяет и ваши пределы. Это ваш партнер Рик Реннер. Спасибо вам за участие в нашем новом проекте «Расширение». Наш совместный труд сможет изменить чью-то жизнь, а Бог благословит вас.